Если у человека Бог на первом месте, жена обязательно будет на втором. Обязательно. А если жена на первом месте, его жизнь обязательно будет разбита. Разбита в дребезги. Потому что жена не может дать того, что даст Бог. Вот смотрите, что такое разбитая любовь, как вы думаете? Вот как вы думаете, если я беззаветно люблю свою жену? Спасибо. Если я беззаветно люблю свою жену, что произойдет? Произойдет обязательно разлука. Знаете почему? Потому что когда ты веришь в жену, она не может тебе отдать это назад. У нее есть только два варианта. Первый вариант – эксплуатировать твою любовь и обнаглеть. Второй вариант – бросить тебя просто. Потому что смотрите, допустим, я верю, допустим, в женщину, да? Вера означает большая претензия. То есть сильная любовь означает большая претензия. Это значит, что тебе уже ни на кого смотреть нельзя, потому что я тебя люблю, понимаешь? Никакого смотреть нельзя. Пожалуйста, делай то, что я хочу, потому что я тебя люблю. И тогда человек становится рабом любви. Он не может так жить, и поэтому он бросает. И наступает, кто это испытал? Поднимите руку. Ну, кто-то испытал. Это страшное чувство совершенно, ты ничего не можешь сделать. Тебе приходится бросать человека, потому что он как слепой, слепец такой, как бы он тебя любит и ждет от тебя того, чего ты ему дать по факту не можешь. Вот это вот и результат. Это любовь, направленная не на тот объект. Это та же самая любовь, понимаете? Та же самая божественная любовь, которой мы обладаем. Объект правильно выбери. Вот когда человек выбирает настоящий объект, он начинает любить святого человека той же силой. И для него, я для него хочу жить, я хочу его законы, заповеди выполнять. Я не могу, но я хочу. И он постоянно вот это об этом думает. Наступает такой момент, что в сердце его наступает радость, появляется радость. И эта радость начинает распространяться на жену. То есть какая любовь к жене? Любовь дарящая. Дарящая. Не любовь просящая, в которой мы живем сейчас. Любовь просящая означает скандал, потому что по факту никто нам ничего дать не может, потому что мы все просим. Вот два нищих подошли друг к другу и просят друг от друга. Какой результат? Скандал. У нас любовь просящая, но когда человек на правильный объект направляет свои силы, все внутренние, и стремится к нему, то у него этот объект вызывает, вот это вот сердце, оно раскрывается, и дальше поворачивается наоборот. Вот эта кривая проходит вот этот этап, что точка вот эта вот, где точно жена никогда мне счастья не подарит. Это значит, или я остаюсь, и ей счастье дарю, или я ухожу. 80% по статистике людей в нашей стране уходят. Почему? Потому что они не знают, что такое настоящая жизнь. И поэтому они потом мотаются, бродяжки, от одного к другому, потому что ничего не изменится, все то же самое. Одна и та же тема, одна и та же песня. Сначала очень сладко, потом хуже, потом совсем фигово. Потом, goodbye, my love, goodbye. И что дальше? То же самое все опять. Выход другой. Тот, о котором мы сейчас говорим с вами.